гарвыканкам прадставіў схемы руху аўтамабільнага і грамадскага транспарту ў сувязі з закрыццём пуцеправода Полацкі. Віцебскі абласны краязнаўчы музей адзначае дзень нараджэння. Аднаму са старэйшых і багацейшых музеяў Беларусі споўнілася 100 гадоў. Сымон Музыка, мелодыя парванай струны. Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа рыхтуе прэм'еру. Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Артур Смалякоў. На гэтым тыдні закрываецца на рэканструкцыю полацкі пуцеправод у Віцебску. У гарвыканкаме расказалі пра схемы руху аўтамабільнага і грамадскага транспарту пасля закрыцця пуцеправода. Як паведамлялася раней, асноўны шлях будзе пралягаць праз мост металістаў, які ўжо адкрыты для руху. З 15 лістапада сюды пойдуць аўтобусы вялікай умяшчальнасці. Грамадскі транспарт меншай умяшчальнасці і маршруткі накіруюць на вуліцу 11 Гарадоцкая і Мічурына. Зараз ДАІ працуе над аб'язнымі схемамі, якія зацвердзяць у бліжэйшы час. Особое внимание автолюбители хотел бы обратить на объездной маршрут для движения, который в настоящее время практически не задействован. Это улица Комсомольская, Революционная, Новый Быт, 11-я Городокская при выезде из города и улица Мичурина, Мясникова-Покровская при въезде в город. Также рекомендуем следующие объездные маршруты для движения. Улица Титова, 14-я Полоцкая, Карла Маркса. Улица Титова, 14-я Полоцкая, 1-я Пролетарская, улица Максима Горького, Зеленогорская. Улица Титова, поселок Кировский, через юго-западный объезд на Бешенковическое шоссе. Улица Титова, поселок Кировский, через деревню Гришаны на улицу 39-й армии и Максима Горького. Также рекомендуем движение по улице Леонова или через мост Металлистов, или по улице Карла Маркса. По улице Ленинградская через населенные пункты Лужесна, Руба, на улицу Гагарина. На время выполнения строительных работ трамвайные маршруты номер 4, 6, 8, 9 будут временно прекращены. При этом количество подвижного состава на трамвайных маршрутах номер 1, 2, 3, 7 будет увеличено на 3 единицы на каждом маршруте. Нагадаем, полацкі пуцеправод будзе закрыты для ўсіх відаў транспарту і пешаходаў з 10 гадзін раніцы 15 лістапада. Віцебскі гарвыканкам загадзя прыносіць прабачэнні за нязручнасці і гатовы выслухаць пажаданні жыхароў па арганізацыі руху. Прапановы можна выказаць па тэлефонах у Віцебску 33 60 46 66 98 62 і 22 80 65. На сайце гарвыканкама хутка з'явяцца дакладныя схемы. Схемы асноўных і аб'язных шляхоў. Хуткая дапамога, якая ехала ратаваць хворае дзіця, трапіла ў аварыю. Дарожна-транспартнае здарэнне адбылося сёння днём а палове першай на вуліцы Гагарына ў Віцебску. Па словах вадзіцеля машыны хуткай, ён спяшаўся на выклік і ўключыў маячкі. Аднак пры праездзе чарговага перакрыжавання адчуў удар у правы бок машыны. З рулём легкавога аўтамабіля Рено, які ўрэзаўся ў хуткую, быў 40-гадовы вадзіцель. Разам з брыгадай медыкаў яго даставілі ў бальніцу для обследования. Усе обставины аварии зараз высвятляют инспекторы ДАИ. Получили вызов экстренный. Ребенку плохо задыхается. Мы выехали на Гагарина. Тут я уже врач говорит, давай быстрее будем поехать. Я включил эту световую сигнализацию. Только. Проехали перекресток нам с правой стороны получился резкий удар у машины. Нас выкинуло, и я кое-как вывернулся, чтобы в дерево мне ехать, и остановился экстренно. Как установлено, обе машины двигались в попутном направлении. Водитель скорой помощи, как он утверждает, со световой сигнализацией двигался по встречной полосе движения. И в момент столкновения водитель Рено не увидел данную скорую помощь, совершал левый поворот, либо выезд на встречную полосу. И в этот момент произошел удар. По факте аварии проводится проверка. Як нам удалось высветлить, на выклик до хворого дитя одразу же отправился инший экипаж худкой медицинской допомоги.
Витебский областный краязнаучий музей сегодня отзначает день народжения. Одному со старейших и богатейших музеев Беларуси исполнилось 100 годов. Его история началась еще в дореволюционные часы. А в 1918-м у городе появился Витебский губернский музей на основе приватной коллекции Антона Брадовского. Праз некольки годов музей переехал у городскую ратушу. Сегодня областный краязнаучий мае некольки филиалов и больше за 200 тысяч предметов у своих фондах. Самые уникальные из их с нагоды юбилею собрали у экспозицию 100 раритетов до 100 годзя музея, якая откроется у пятницу 16 листопада. День народжения областные краязнаучи будут отзначать на протягу целого тыдня. Тут презентуют выставу вышивки и фарфору, вековая коллекция, раскрыют секреты реставрации предметов музейного фонду. Национальный академический драматический театр имя Якуба Колоса рыхтуе до показу спектакль. Колосовцы лічаць, что постановка по поэме народного письменника Беларуси Якуба Колоса станет знаковой у новом сезоне. Як идут репетиции и коли отбудется премьера, за кулисы Колосовского театра зазернула Юлия Устинова. На колосовской сцене ставили больше за 40 годов тому. Зараз режиссер-постановщик спектакля, мастацкий керавник театра Михай Краснобай робит новый позерк на проблемы, узнятые классиком. Постановка обещает быть музычной, пластичной и видовищной. Михай Краснобай играл роль Симона на колосовской сцене у минулой постановки. Зараз его режиссерская задума – надать неумирущему твору белорусской литературы новое житие и сучасное театральное увособление. Это той самый Симон музыка, как каждый человек, який ад нараджэння мы некое сталенне мы проходим зим поваж гэты шлях. И гэта адбываецца с кожным человеком. Мастак, не мастак, гэта не мае значэння. И еще то, что там, конечно, вельмі шмат про радзіму у Колоса закладено, про нашу Беларусь, про прыгожы наш край. Так что вельми хочется, как люди пришли, поглядели, подумали про себе, кто они, белорусы. Ось. Это мы такие. При уважливом прочитании классика, каже режиссер, у кожным в образе открывается прихованный сенс. У кожным разделе актуальная про 100 годов темы. Новая постановка Симона музыки мае символичный подзаголовок «Мелодия порваной струны». Головную роль выконывая молодый артист Дмитрий Коваленко. Каб занять годное место в житті, его герой мусить пройти праз множество выпробований. Про гэты спектакль мы кажем про то, что болить у белорусов, то, что мы забываем мову, то, как тяжко исти молодым людям. Тут вельми шмат того написано, якое сучасно болить. 40 годов тому у минулой постановцы Тадеуш Кокштыс играл жабрака. Зараз народный артист Беларуси выконывая одразу 4 роли. Старого, Курылу, жабрака и деда Данилу. Тадеуш Антонович увесь час на сцене, вяде молодого Симона шляхом життя. Хлопчука направляю, ну, кажучи так по газетам, ставлю на рельсу по сегодняшнему. Бо он еще... Ничего не ведая в житті, натыкается на самые жахливые натычки. И тому дед повинен, правда? Так, дед повинен, я вам нацелю. Только подкидывать, нацеливать. Музыку до спектакля пише композитор Артем Краснобаев, сценографию рыхтует Светлана Макаренко, хореография Дияна Юрченко. Колосовцы мяркуют, что постановка «Симон музыка. Мелодия порваной струны» станет знаковой у новом сезоне. Премьера запланована у день народжения театра 21 листопада. Юлия Устинова, Александр Приставка, новини, Витебск. У Витебску урочисто открылся сезон баскетбольных лиг. Областный центр, бадай, один и город Украины, где на протягу года проходят спаборництвы аматорских баскетбольных команд. И мясцовая федерация упершиню собрала усих удельников гульнявого марафону, как провести жарабьевку спаборництвов. Подробязности у Сергея Мисурагина. Скоро иду!
Витебск живее дыхае баскетболом. Областный палац творчасці дзяцей і моладзі яшчэ ніколі не збіраў разам столькі гулівераў. Да ўдзелу жураб'ёўцы арганізатары, а гэта абласная федэрацыя баскетбола і галоўнае ўправленне адукацыі аблвыканкама запрасілі каманды іх трэнераў, настаўнікаў і суддзяў, вядучых ігракоў галоўнай баскетбольнай каманды в области Рубон. В этом году в студенческой баскетбольной лиге у нас принимает участие 31 команда, 12 команд женских и 19 команд мужских. В школьной баскетбольной лиге принимает участие 15 команд, и в этом году мы впервые вышли за территорию Витебска, Витебского района. К нам присоединились средние школы Орши, Полоцка и Новополоцка, которые в конце апреля, начале мая в финале четырех разыграют чемпионство. Витебск, напэўна, адзіны абласны центр Украины, где на протягу года проходят спаборніцтвы адразу у шасці баскетбольных лигах. Яны об'ядновывают 73 команды и больше за 900 удельников. Гульнявый вид спорту захапляет дзяцей и дорослых. Особливо горача на пляцоўцы падчас паядынку у студентских команд их лидеры и у сёлетнім розыгрышы настроены провести партнеров до перамоги. Баскетбольные спаборніцтвы с каждым годом находят новых удельников. Дети и молодь долучаются до тренировок и турниров. И матча аматоров захопляют не менее, чем поединки профессийных спортсменов. Это вообще говорит о популярности спорта в целом как такового. И очень хорошо, что сегодня, кроме профессиональных команд, где нас занимаются сегодня детишки и взрослые, приходят заниматься сегодня этим спортом, в том числе и баскетболом, сегодняшние школьники и студенты. Да, может быть, кто-то по каким-то причинам начинал заниматься профессионально, но из-за травмы был вынужден из спорта. Кто-то по другим причинам. Но то, что важно сегодня, что у наших ребят, девчонок, мальчишек в жизни появится спорт, баскетбол. Это очень важно. Жарабьевка проведена, команды доведались об своих соперниках на групповом этапе. Хутка прогуши свисток судьи и удельники школьной и студентской лиг почнут спрешку за выход у плей-офф с поборництвом. Сергей Мисурагин, Александр Петровецкий, новины Витебск. Передовое обсталяванне по диагностике и проведению операций, лепшие специалисты-офтальмологи, высокая якость медицинских послуг и особливый клопот об каждом пациенте. Менавіта так імкнецца працаваць витебский филиал клиники «Новый зрок». Як створить першокласный медицинский сервис, доведаліся наши корреспонденты. В Витебском филиале медицинского центра «Новое зрение» проводят полную диагностику, лазерную коррекцию при лечении близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Лечат катаракту, глаукому и многие другие глазные болезни. Клиника предлагает жителям региона только передовые методы диагностики и лечения. Из новинок – оптическая когерентная томография и лазер последнего поколения. Лазер последнего поколения – самый новый и совершенный в Республике Беларусь. К лазеру прилагается большой комплекс диагностического оборудования, который напрямую связан с сервером. С лазером, поэтому уже повышается и точность диагностического обследования, поскольку оборудование тоже новейшее для Республики Беларусь, и точность выполняемого лечения, и, соответственно, можно будет говорить о более качественном, быстром и комфортном восстановлении наших пациентов после лазерных коррекций. Всем пациентам, которые идут на лазерную коррекцию, мы проводим полную компьютерную диагностику. И благодаря этому топографу выявляем самую скрытую, самую сложную патологию роговицы. Окулайзер позволяет делать около 50 снимков в реальном времени. Лечение катаракты – одно из главных направлений клиники. В распоряжении специалистов Витебского филиала «Новое зрение» – оборудование последнего поколения. Данный аппарат, он, ну, как и предыдущие, выполняет ту же функцию, но это более комфортно получается для пациента, более комфортно для хирурга, который делает операцию. Ну и в результате этого, ну, как всегда, мы стремимся к самому высокому результату. Глубоко исследовать сетчатку глаза на клеточном уровне позволяет оптическая когерентная томография. С помощью этого оборудования офтальмологи получают точные сведения о состоянии глаза, о толщине зрительного нерва. Аппарат создает 3D-модель сетчатки с многократным увеличением, то есть можно рассмотреть все ее слои и увидеть даже незначительные дефекты. При помощи оптической когерентной томографии на ранних стадиях выявляют глаукому, возрастную дегенерацию сетчатки и ряд других заболеваний, которые приводят к необратимой слепоте. Каждый пациент клиники «Новое зрение» проходит полную диагностику глаз на современном оборудовании. Также здесь создан кабинет детского приема. Главная задача врачей клиники – помочь своим пациентам сохранить зрение. Поэтому обращаться за помощью и консультацией рекомендуют как можно раньше. Ведь это повышает шансы сохранить или полностью восстановить зрение.
Помимо того, что мы готовим пациентов на лазерную коррекцию, этот окулайзер и тополайзер позволяют нам диагностировать самую сложную патологию, такую как кератоконус, врожденные аномалии, диагностировать самые сложные осложнения после травм. Ну, грубо говоря, ни одна патология от нас не уйдет, не останется незамеченным. Записаться на обследование в клинику «Новое зрение» можно по телефонам 22 88 62, 22 88 65 или обратившись напрямую по адресу Ленина 3Б. Важные и самые интересные новости из жизни Витебской области доступны у интернете. Актуальные сюжеты и выпуски новин, а так само все проекты телекомпании «Витебск» можно поглядеть на официальном сайте нашей компании vtv.by. И тут же можно найти прогноз надворья на ближайшие сутки. И на этом выпуск новин завершен. Я с вами развитываюсь. До встречи. У ближайшие сутки в области будет облачно, первоважно без опадков, только в особных районах по заходе махчимы невеликие опадки, в основном дождь. Ветер полдневый 6-11 метров за секунду, у особных районах порывы до 15-18 метров за секунду. Температура по ветра ночью минус 2 плюс 3, днем плюс 1 плюс 6. У Витебску в облачно и без истотных опадков, температура по ветра ночью 0 минус 2, днем плюс 1 плюс 3.